Приветствую вас, Виталий. Если вы считаете, что есть какой-то универсальный рецепт, то я вас разочарую, потому что его нет. Универсального рецепта решения вашей проблемы нет. Потому что вы не говорите о творчестве, Виталий, вы говорите о обесценивании себя, и вы говорите о потребности быть нашим, то есть вы говорите о том, что может, например, дать нам творчество, вы говорите об этом. Это несколько разные вещи, потому что одно дело, если человек хочет творить, и другое дело, когда он хочет о себе как-то заявлять, вот, он хочет обязательно что-то сказать миру, вот, то есть у вас многие вещи, у вас много, что связано с творчеством, крутится вокруг вот, именно вот, самого результата творческого, но не вокруг того, что вам есть сказать. И опять же, противоречие в том, что любое творчество, оно изначально бессмысленно. Любое творчество бессмысленно, потому что оно новое. А смысл творчеству придает сам человек. И как бы если вы не верите в себе, если вы не доверяете себе, если вы себя обесцениваете, то творить невозможно. Вот. Так что вам необходимо решить это противоречие и потом уже, если вам действительно есть что сказать, да, то потом все пойдет само собой достаточно быстро. Вот. Но пока вы занимаетесь обесцениванием, пока вы занимаетесь обесцениванием, вот, сейчас не будет для вас иметь ничего хорошего, потому что, извините, но как можно сделать что-то хорошее, если вы на постоянной основе себя оценивать. Вот. Это как творчество, как я и сказал, да, вот. Вот творчество оценок не любит. Вот. Творчество не любит оценки. От слова совсем, вот, и получается, как бы, так, что у вас взаимоисключающие понятия, взаимоисключающие стороны. Вот. Одно исключает другое, к сожалению. И когда и если вы, к примеру, зададите себе вопрос, собственно, какое право я имею, допустим, какое право я имею оценивать, да, то есть кто я такой, чтобы оценивать, насколько я это делаю, ну, оцениваю я, имею в виду, насколько, вот, адекватно я оцениваю себя, да, и, собственно, а могу ли я себя оценить, вот.
Вот я думаю, что где-то в этих плоскостях и кроется выход из вашего состояния. Ну а пока вы занимаетесь оценкой и поиском смысла, это больше про экзистенцию и пустоту жизни. Это опять же про некое такое депрессивное состояние. Ваше депрессивное состояние. И подавленность обусловлена доминированием оценок. И желанием как-то вот почувствовать себя значимым. И вы, что самое важное, хотите почувствовать себя значимым сразу. То есть вот именно сразу. То есть вы хотите почувствовать себя значимым прямо, как бы сказать, резко. Вот. Вам не очень хочется ждать, когда. Вот когда, ну, это наступит. Вот. И это вот проблема. Это проблема. Для вас это вот такая вот достаточно серьезная проблематика. Очевидно. Так что работа с чувствами вашими чувствами. Отказ от оценок. То есть, такое вот, можно сказать, корректирование того, на что вы опираетесь, да, в своих суждениях, допустим. Возможно, некая помощь вам в экзистенциальном смысле, в экзистенциальном плане, тоже было бы полезно, вот. Тут, конечно, есть множество нюансов, вот, которые, на мой взгляд, нужно учитывать. Как человек творческий, несколько, вам, как человеку творческому, несколько странно пытаться найти какое-то вот универсальное решение своей проблемы. Мне кажется, что вы вот самим своим вопросом совершенно незаслуженно обесценивать себя и свою проблему. Вот. То есть, может быть, вы когда-то решили, что реализоваться можете только творчески. И сами стали таким вот заложником своего, условно говоря, своего пути, да, вот, условно говоря, с нами стали заложником своего выбора, вот, потому что творчество — это выбор, а вы вот очень жестко к нему привязаны. Через творчество вы
хотите что-то для себя. А творчество несет несколько иную функцию. Творчество несет функцию не получить что-то для себя. Творчество несет функцию дать что-то другим людям. А вам, вероятно, дать другим людям нечего. Вот. Из-за чего, собственно, и столь болезненно вы себя ощущаете. Вот. Ну, болезненно вы себя ощущаете из-за обесценивания, конечно же, а вот что видите, такой вот попыткой доказать, что вы чего-то стоите. Кроме того, вы сравниваете себя с другими людьми, потому что вы говорите про свой уровень творчества, про свой уровень рисования. Вот, мне кажется, там очень наглядно показывает, что вы сравниваете себя с другими людьми. Это также неприемлемо. Вот. Потому что, извините, как можно в творчестве, да, сравнивать себя с кем-то. Как там, ну, как это возможно, что вы себя сравниваете? Вот. Поэтому я думаю, что в том числе и данный аспект требуется подкорректировать вам. Вот. Чтобы не испытывать таких, ну, грубо говоря, таких терзаний, да, как вы чувствуете сейчас, таких чувств, какие вы испытываете сейчас. Вот. Я думаю, что таким может быть мой ответ вам с точки зрения, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, вот, профессионально. Значит, рассмотрите возможность обратиться к любому из специалистов, вот, который вам придется по душе, для того, чтобы эффективно проработать свою проблематику. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.